Добрый вечер, дорогие друзья. Только что закончилось заседание большой группы семьи Европейской народной партии, на которой большая часть разговора была посвящена ассоциации, подписанию ассоциации с Украиной. В настоящий момент ситуация натянута как струна. Бароза поехал сразу же после заседания на встречу с президентом Украины с Януковичем. Маятник может качнуться в любую сторону, в любой момент. И многих в эту секунду во многих городах Украины десятки тысяч украинцев вышли на площади. Даже здесь, в Вильнюсе, около 1000 человек с украинскими флагами стоят на площади. Украинцы хотят стать частью Европейского Союза, европейской семьи. Я уверен, что здравый рассудок возобладает, мудрость будет, и все-таки проявлено с обоих сторон, и подписание ассоциации все-таки состоится.